вот смотрю, копченая свинина. Никогда не видела копченая свинина здесь. Смок-порк. И что это такое? Это, по всей видимости, копченое сало. Да, это копченое сало. Пошли по Пабликсу. Пошли, пошли. Купи одну, вторую возьми, получи бесплатно. Мне это не надо. Пошли. Итак, я уже в центре города, съезжаю со скоростной трассы и поехали в Home Depot за краской. Я заказала на Амазоне себе кожаный кейс под свой сейчас покажу, под свой новый телефон. Там написано было, что это кожа, что это лезер. На самом деле, я когда получила, тут написано PU лезер. И я сейчас все это возвращаю. Чтобы вернуть, мне нужно было распечатать вот такую бумажку. Just a minute. Я заказала. Тут было написано Stylish Leather. Leather, понятно и четко, это кожа. На самом деле тут кожа даже и не пахнет. Это самый настоящий какая-то говно, извините за выражение. Это даже не в $20 речь, а в том, что меня просто грубо обманули. Итак, чтобы вернуть, я написала, конечно, гадкий отзыв, потому что так делать нельзя. И нужно было распечатать, чтобы возвратить товар, тут же прямо они дают. Сейчас я покажу. Нет, уже не покажу, убрала. Тут же они прямо дают, когда я нажимаю на кнопочку, что хочу вернуть, они мне пишут, скажите причину. Я сказала, причина это не то, что было описано в описании. И они мне дали распечатать вот эту штучку. Я распечатала, наклею вот сюда. И все это бесплатно возвращается. Ну, то, что бесплатно возвращается, опять же, бог с ним. Все это бог с ним. Время потеряно. Я хотела себе сделать новогодний подарок, а получилось бог знает что. Ну, слава богу, хоть так, без проблем верну. Итак, 35.